you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на сервис Relax Trolley Play. Здесь было глобальное обновление. Это просто охуенно. У Ники, что Кирилл Путбуль, здесь сервис с бонусом. Ну-ка, он как бы и был с бонусом, но бонус был, по-моему, 500 тысяч или сколько, а сейчас бонус, ну, грубо говоря, 10 миллионов и X2. Плюс есть промокод. Это не точно. Или точно. Или динар. Смотрите, промокод, так, MM, пишем. И активация промокода, промокод вот такой вот, Кирилл. Вот такой промокод, и вам, по-моему, дается донат. Донат 500 рублей вам дается. Так что введите промокод от меня, вам такой подгончик от меня будет. Так, выходим из здания. Бабки есть, сейчас, не знаю, что-то купим, посмотрим, что тут изменилось на сервере. И, может быть, что-то еще купим, не знаю, дом, бизнес, хотя хз. Я тут уже снимал и стримил, в принципе, думаю, кто там на канале помнит. Так, завести у нас на двоечку, заводимся и поехали. В первую очередь, не знаю, что посмотрим. Что, по GPS нам надо на права сдавать или нет? Вот в чем вопрос. Так, вот учреждение. Автошкола. Давайте съездим в автошколу, посмотрим, нам нужны права или нет. Если нет, то, в принципе, будем что-то делать. Бизнес сейчас по уту стоит, потому что глобальное обновление было буквально сегодня. Так что у вас есть шанс ухватить себе неплохой бизнес, в принципе. Так что дерзайте. Давайте заходим в автошколу. Такой кейсик у меня. Модпак будет группа IP в описании, так что заходите, в принципе, играть. Покупка лицензии. Так. Правила дорожного движения. Нам нужно читать это или нет? Ну, у вас уже есть лицензия на вождение. Окей. А что тут можно купить у нас из лицензии? В принципе, пока это нам не нужно, в принципе, ну, если что, мы купим потом. Сейчас мы будем ехать в мэрию, посмотрим, что у нас там находится. Может, нам нужно получить паспорт, либо еще что-то. Кстати, радары стоят, какие работают. На авто получишь в Арзамасе. Окей, подсказочку мне дали, на всякий случай. Так. Ну, кстати, мы новый модпак у них, по-моему, но я новый не смог скачать. У меня что-то проблемы с разархиватором, как-то так он называется, короче, так. Здесь мы можем посмотреть работы. Ну, а здесь можем... Выборы будут в области, вы можете голосовать. Погнали дальше. Так, чувак мне тачку дал. Ну ладно, давайте возьмем машину тогда. Что-то я сесть не могу. Или могу? А, могу. Так, заводим на двоечку. Фары включаем и поехали к Анашану. Купим себе какую-то машинку. Конечно, часто они делают обновы, но обновы они делают вроде бы хорошие. Так, какой-то чувак у нас был на Skyline. Давайте себе сразу скинец какой-то купим, дорогой. Как бы бабки есть, в принципе, почему бы и нет. Так, вот мы зашли, и давайте купим себе какой-то скин. Давайте с дорогих начнем. Ну что, мелочиться, я думаю, давайте купим самый дорогой. За 3 миллиона? Хули нет. Да, я думаю, каждый бы так поступил, как бы. Сервис бонуса можно делать все, что угодно. Какой-то чувак... Ладно, давайте сядем. Снимаешь. Да, ладно, погнали к Анашану теперь и купим себе какую-то машину. Вроде бы машину можно иметь без дома. Да, сейчас бы штрафы получать. И вот, кстати, бизнесы все свободны, просто вы можете себе купить и АЗС-ку и так далее. Так что можете, в принципе, не париться. Кстати, неплохой скалик. У меня старый модпак вроде бы стоит, поэтому... Ничего вам обещать не могу. Соблюдаем все равно ПДД, как бы, сервис бонусом, но плохой пример подавать я не хочу. Если вы соблюдаете ПДД и правила на других серверах, на том же Амазинге, то здесь также нужно это все соблюдать. Привет, не забудь, пожалуйста. Предупред Владу Федотову. Кстати, смотрите, сколько домов внизу свободных. Можно будет себе какой-то домик ухватить. Так, давайте по правилам будем ехать. Сейчас, блин, что... О, не штрафануло, слава богу. Даже немного странно было. Ну, в принципе, ладно. Это дело такое. Штрафы я, конечно, не готов получать. Как бы сервер, глобалка, по-моему, сегодня была. Онлайн, конечно, небольшой. Да и время уже почти 10 часов вечера, как бы. Но можете зайти чисто поиграть. Так, сюда поворачиваем. Давайте свернем. Анашан, так.
Аккуратно. Спасибо. Я не знаю, тут за дом нужно платить. Ну, на старом моде, по-моему, не надо было. Эти вон ЗС-ка стоит. У меня сколько? 3 миллиона осталось. Ничего, я могу за эти бабки купить. Так, ну, конечно, зарубежные. Кстати, вот эта хрень баганая немного у них. 700 тысяч. Ага. Так, это что у нас? Это Е34, Е30. Какая-то, короче. Так, миллион. Сколько? Так, ну, это, может, датчик неплохой, кстати. Надо что-то такое топинг, топовое купить. Это БХ-7. Сколько она лям стоит? Давайте возьмем БХ-7. Так, ну давайте купить автомобиль. Вот, блин. Окей. Купили. Теперь посмотрим. Мы через нас можем, как бы, носить 500 рублей доната за благодаря моему промокоду. Покупка вид аккаунта. Купить деньги, снять варнас, смену. Покупка донат машины. Давайте випку, наверное, купим. Во, все. Так, заводим нашу бричку. Бэха семерочка. Ну, блин, грех был не взять, как бы. Давайте поедем, купим себе дом. Здесь у нас дома. Не знаю, денег не хватит. Мне сколько осталось? Стоп. У меня в банке еще бабки, походу. Мне деньги дали. Ну, в принципе, основатель сервера дал мне денег. Ну, ладно. Хера себе, блядь. Конечно, такие суммы большие. Так, а как нам на тот берег попасть? Где-то мост есть или это... А, это, наверное, с другой стороны надо же заезжать. Но я даже не знаю, какой себе дом взять. Давайте развернемся и посмотрим. Давайте развернемся и посмотрим, что можно купить. Ну, тут есть АЗС. Так, надо ограничитель снять. Спасибо. И какой-то домик себе топовый купить прям. Кстати, есть квартиры здесь также, я вижу. Блин, ну тут что-то мне ничего не нравится на самом деле. Как бы, ну бабки есть, может что-то купить. У меня 3 миллиона оставалось, и мне еще деньги дали. Ну, нормалек. Нормалек. Сейчас что-то купим себе. Я даже не знаю, что купить на самом деле. Так, сорян. Если что. Серьезно, может там себе какой-то дом купить? Я на самом деле хз. Во, давайте вот этот домик купим. Как бы тут на пирсе находится. Ксенон вообще радует на BMW. Я вот этот дом хочу. 300 тысяч всего лишь. Конечно, беру. Так, на балансе точно 1 час. Сейчас нужно его оплатить дом обязательно. Кстати, у меня здесь админка есть, если что. Поэтому все четко. Как ее паркануть? Парк, наверное. Давайте вот здесь ее парканем. Давайте жопой припаркуем ее. Вот так вот. Сейчас пыль пройдет это. По-моему, парк команда. Так. Парк. Пиши в А. Окей. Какой-то военный ко мне. Снимаешь. Да. Так, чувак отбежал что-то. Чё он от меня хочет? Привет, передай Микуша Маклай. Привет тебе. Извини, если неправильно почитал. В принципе, у меня с английским как бы все хреново на самом деле. Давайте такой скриншот сделаем. Вот такой вот скриншотик сделаем. И поехали. Отсюда. Что-то все за мной катаются. Ну ладно, в принципе, ничего страшного. Теперь нам нужно получить номера. Их, по-моему, получать надо в Арзамасе. Давайте съездим и посмотрим. Да, я пробил в GPS, и нужно получать номера вон там. Есть мост? Есть. Это хорошо. Сейчас доедем до моста. Мне еще дом нужно платить. Обязательно нужно дом платить, чтобы он не слетел. Блин, я только что в кювет улетел вообще жестко. Ай-яй-яй. Давай назад, моя малышка. Бандитка. Просто бандитка. Ты, блин, гонщик призрачный. Сейчас надо его натянуть, пацаны, по-любому. А, хотя он сам притормаживает. Бэха валит, пацаны, бэха валит. Лайк за бэху просто. Кто помнит фильм «Бумер», то тот поймет. Охуенная бэха, конечно. Нам нужно еще будет протюнговать ее, наверное. Ну, блин, вот тонировочки, конечно, не хватает. Не хватает ей этой бэшки, но все равно выглядит довольно-таки класс. Вот я и прибыл, в принципе. Вот здесь, по-моему, номера получаются. Так, тачку не заложил. Ладно, в принципе, ничего страшного. Заходим. И let's go. Так, ХИБДД, забрать автомобиль, получить номеров.
Отсутствуют номера. Давайте, какой регион выбрать? Давайте московский. Что за номера вообще? Бля, надеюсь, какой-то блат на самом деле. Но сейчас увидим. Я еще не вижу. МСО. Ну, неплохо, чё. МСО так МСО. Так, вот я в Южном уже. Через заминку тыпанул. Тыпэхнулся, короче. Сейчас поедем в банк, надо дом обязательно оплатить. Может, сейчас какой-то еще бизнес хапанем. Ну, плюс в том, серверов, да, здесь глобалки, конечно, часто проходят, но они топовые, в принципе. Все каждый раз лучше и лучше. И топ Тома, да, типа, это вы считаете нуб РП, но хорошо в том, что если даже вайп там, то вы, в принципе, не уйдете в минус, как бы бонус остается. И иногда он даже больше, чем у вас было. Поэтому все нормально. Кто здесь играл, можете дальше продолжать играть. Так, скин мы еще купили, такой моднявый. Так, пополнить домашний счет. Ну, давайте на 50 тысяч. 40 тысяч. А, надо деньги сначала на банк положить, окей. Пополнить счет, ну, давайте положим 50 миллионов. И пополнить домашний счет на 50 тысяч. Все, на домашний счет не можете быть больше 50, ага. Ой, так, не то. Давайте сейчас положим еще. Ладно, сюда. И пополнить домашний счет на 40 тысяч. Все, заебись. Теперь дом у нас не слетит. Так, я решил в казино сгонять. Вон оно находится там. Так, ждем зеленый сигнал светофора. Мне бэха, конечно, четкая, пацаны. Нормально, если тачку взял. Тем более за лям всего лишь. Бонус 10 миллионов, считаешь. Поэтому все четко. Давайте сходим в казик. Смотрите, вот свободный бизнес. Потом вот свободный бизнес. Я, наверное, не буду бизнес покупать. В принципе, не вижу в этом смысла. Тем более, я администратор. По админам нельзя покупать бизнесы. Так, вот казик, кстати. Неплохой, кстати, казик. Но автоматы им стоило бы поднять. Или они так и должны быть? Не, вроде они не должны так быть, но казик вроде нормальный. Что ему сказать? Казик нормальный. Давайте с ним сыграем даже. Конечно, я админ, ну ладно, давайте рубанем. Дайс 0 на лямчик. Рука не столько денег. 500 тысяч, давай. Я... Затащил. Вообще четко. Так, врага не столько денег. Сколько у тебя есть, чувак? Давай под сотку. Enter. Я проиграл. Давай еще раз под сотку. Нормалек вообще. Давай еще раз под сотку. Ну, думаю, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Заходите на Сирайте. Ссылочки все будут в описании. Ждите новых серий, возможно, стримов. Всем пока-пока. I